И всем привет, дорогие друзья! С вами Ваня Плей. И сегодня мы поиграем в игру под названием... Это как его? Играть за бабку Гренни. Я сам был в шоке, когда нашел эту игру. Давайте начнем. Тут можно... Давайте изи попробуем. Потом нормально. Блин. Чё звука нету у игры? Опа. А нет, есть. Так, шум из спальни. Я так понимаю, игрок там. Открывайся. Да, сегодня не будет, наверное, Road of the Dead. Так, давай посмотрим, что там. Да, он тут. Поэтому... Что нам надо? А, ого. Ни хрена себе, оно быстро. Тыщ. Ну что, она же его не стукнула. Что за хрень? Куда? Холл, да? Че он делает? Творит мою квартиру, грохает. Ах ты ж падла! Что ты себе позволяешь? Что ты в моей квартире делаешь-то, а? Что ты мне арбузик берешь-то, а? У меня же там, наверное, арбуз, да? Как в обычной игре, не, потому что я привык, что там уже арбуз спавнится. Так, где ты? Я сейчас тебя найду и грохну. Где ты, игрок? Так, холл. Значит, он где-то в центре. Сейчас посмотрим. Так, а я сама могу тут открывать? Я сам тут могу открывать? Прикол. Так, вот эту штуку он должен забрать. Ах ты ж офигевший! На, чё он после губцы забрал? Чё он делает? Лёня, всё уже... То есть он может пройти игру? Тут просто так? Стоять! Блин, первый раз за грани играю, честно говоря, опыта не очень. Я обычно за игрока всегда играл. Так, давай. Иди сюда. Попробуй моих вкусных пирожков с человечиной. Ладно. Чё, ты не хочешь мои вкусные пирожочки? Мразь. Не хочешь мои вкусные пирожочки? Я так старалась, пекла, добывала людишек свеженьких для тебя, внучек. А нет, я из него котлеты сделаю. Где ты? Стой! Иди сюда! Come here! Торговая холодильная. Куда он перепрыгнул? Сейчас я тоже... Так, подожди, а я эту дверь могу открыть? Да, я вспомню, что сейчас Грэнни я могу эту дверь открыть. Могу себе позволить. Где ты? Туда-сюда! Ходи. Ой-ой. Холл. Звук неизвестное место. Подвал. Сейчас тогда... Я... Да, это в подвале, я помню. Так, это только первая ночь. Смотрите, что он делает уже. Творит уже. Предметов понабирал. Так, где ты? На! Что ты делаешь? Куда ты бежишь? Постой, я тебе пирожочков хочу вкусных дать. Да куда ты? Простой, братан. Братан, ну попробуй вкусные биты. Так, я не могу нагинаться. Поэтому мне придется обходить. Так, тыщ. Вот крыса, а ну реально задолбал. Туда-сюда бегать. Кстати, тут пол другой, не как в Грэнни. Тут дом чуть-чуть изменял что-то. Так, у нас здесь автомобиль. Он что, на автомобиле хочет бежать? Стоять, я этого не допущу. Хотя он может это сделать запросто. Давайте его сейчас попробуем убить до 5 ночей. Но я и так с первой ночью еле-еле справляюсь. Оказывается, за бабку Гренни, оказывается, не очень-то и легко играть. Так. Так, чердак. Ой-ой. Туалет. То чердак, то туалет. Где этот мальчуган проворный? Сейчас его... О, тут кровь. О, арбузик! Да, я хочу попробовать арбуз. Стой! Куда? Дай мне тоже арбузик. Хочу арбузик. Вкусненький, свеженький арбузик как раз. Как раз уже... Скоро август, поэтому уже наступает эра арбузиков. Да блин, что за хрень? Обожаю арбузы. Я вот люблю арбузы больше дыни. Вот напишите в комментариях, что вы больше любите, арбуз или дыню. Я предпочитаю арбуз. Дыню я вообще не приношу, это невкусно для меня. Для вас может быть по-разному. Так, где он? Да он же сейчас всю игру пройдет, блин. У него уже почти все предметы есть. Так, гардеробная.
так получается, вот он. Неизвестное место. И где это неизвестное место? Откуда я должен знать, где это неизвестное место? Так, господи, зачем мне эти фотографии тупые? И лайки, блин, сраные. Что я могу открыть? Чё? А, я думал... Так, подожди, а предмет я могу его брать? Куда ты? Господи, я вообще какой-то здесь лошадь. На! Да когда он сдохнет уже? Господи, мне вечно эти рекламы суют, когда не надо. Так, сюда я пройти не могу, конечно. Я уже на все кнопки поклацал, мне сюда зайти нельзя. Так, ну он уже так хорошо, блин, осваивается. Это что, искусственный интеллект такой, что ли? Я не пойму. Как он так игру проходит? Просто на автомате. Даже меня не боится, прям возле меня ходит. Даже... Ну этот чел вообще ничего не боится. Вот Грэнни, кстати, таких же... О, все, наконец-то я тебя вырубил. Давай следующую ночь. Да блин, каждую секунду реклама. Наверное, надо Wi-Fi отключать, но... Мне лень, поэтому... Все равно, если отключу Wi-Fi, мне придется перезайти, потому что я его не выключил перед видосом. А реклама, если я выключу сейчас Wi-Fi, то будет все равно показываться некоторое время. Ну ладно. Итак, проживем. Не... Так, это я. Так это ж я уронил. Стой! Куда он идет? Да блин, вот эта реклама мешает. Что такое? Я никуда не нажимал. Так, стой. Рекламное агентство Мариуполя. Что? Он сейчас секретку разблокирует-то. На. Иди сюда, крыса. Да я ему вообще по капельке хп отношу за один удар. Если бы такое было бы Грэнни, то я бы уже был суперменом. Как говорится, я бы уже на экстриме бы прошел бы, если бы такое было в Грэнни. Давай! Второй раз еще по нему. Обычно в оригинальной игре ты вот один раз уже бьешь и все. И все, в нокаут его. Блин, что он делает? Стоять! Лысый, что он делает? Что этот лысый делает? В полу. Белый в полу и в джинсах. С кроссовками. Что он делает? Этот из форшаза, вот этот чел. Забыл уже. Скала Джонсон, блин, какой-то. Я не знаю. Так, блин. Тут можно назвать и Скала Джонсона, и Стэтхана. Я не знаю, кого еще. Забыл уже чувака из форшаза, который. Так. Я реально лысый охренел. Ой-ой, давай. Чё ты делаешь-то? А как я сюда пройду? А. Бабки сюда нельзя, я вспомню в игру. Поэтому... Пока я туда дойду, он уже в другом месте, блин. Он же сейчас реально игру пройдет. Он сейчас машину возьмет и уедет, наверное. Или через что он будет забегать. Он крыса просто какая-то. Так, что он там берет? Он берет и уходит. Берет и уходит, блин, просто. Так, неизвестно. Что это за звук? Что это за звук такой? Я слышал... А, это он здесь, я понял. Это машина. Это... Он где-то возле машины. Так, давай. На! Ой-ой. Давай быстрее, я хочу его добить. Добить его хочу. Да стой, да что он делает? Что этот проворный мульчиган делает? Тыщ! Тыщ! Блин, почему так долго у него защита действует? Пока он там предметы собирает, я могу уже было бы его убить. Что он делает, блин? Стой! Куда? О, все, он ушел. Опять. И где же ты? Холл. Белл. А, он, значит... На! Так, ну мне еще один удар и все. Сейчас он там пока шестеронки вставляет в домике. Я пока... Вот. А нет, еще один удар. Блин!
Так, пока он там... Блин, плохо, чуть через окно нельзя перелазить. Пока обойдешь. Белл, холл. У него есть шанс пройти. Все, я его вырубил. Все, давай. Тупая реклама. Можно же было без нее. Так, давай. Еще ночь третья. Так, опять он выбегает отсюда, ну, конечно же. Первый удар уже сделали. Так, он берет шестеренку и бежит на кухню. Ах ты ж, мразота такая, а. Не, он бежит во дворик мой. Во дворик. Ах ты ж, вообще офигевший. Мои вещи берет. И что-то с ними делает. Я специально хотел... Хотя, да, я же его сам похитил по сюжету. Иры. Ты дыщ! Что он там делает? Что это за чушь? Марат был там какой-то. Чушпан. Марат Чушпанчик. Так, давай, стоять! Так куда ты? Он тут вообще скоростной парень-то, а? С ним не догонишься. А где Анжела? Тут еще не добавили Анжелу. Ну, мне, в принципе, не очень нравится это обновление. Я на старой версии играю на 1.3, потом... 1.3.2, точнее. 1.3.2, да. Так называется версия. Тыщ! Потому что это самая прикольная версия, которую вот блогеры вот прям начинали, когда снимать, они вот записывали именно эту версию. Там уже все комнаты были, кроме машины и Анжелы, и паука. Ну, короче... А вот и паучок. Сейчас его паучок сожрет хотя бы. Надеюсь, тут хотя бы паук есть, чтобы он его сожрал. Как раз кормить его не надо. Блин, он закрыл. Или я закрыл. Так, блин. Подожди, а может можно открыть этого паука? Не буду пока за ним бежать. Давай, открывайся. А нет, тут нельзя паука. Тут вообще его нет. Он просто закрытый. Наверное, в каморке. Не знаю. Ну и где же ты? Так, холл. Звук Белл. Подвал. А, это вот эта хрень. Так, неизвестное место. Теперь он, получается, по каким-то местам, да, ходит. Получается, он в гараже. По-моему, он в гараже, если он здесь. Так, нет его в гараже. Или есть. Так, банька не включается, видимо. Так, звук неизвестный. Скрэп-драйвер. Он там. Он тут. Да, ёшкин кот. Знаете, вот бесит вот эта реклама. Куда? Что? Где? А, это гостиная. Гостиная. Так, я его что-то не вижу пока. Блин, Гринни так медленно идет. Наверное, он выбрал, знаете, какую сложность? Сложность изи. Или нормал. Не знаю. Где-то так. Так. Куда он исчез? Блин, ну сейчас всю игру пройдет-то. Стой! Я тебе подарочек хочу. Биту в рожу. Подарочек. Очень хороший. Так, давай. Беги, Вася, беги! Потому что сейчас бабка тебя ударит. А за бабку я играю... Я играю, поэтому я тут крутой самый. Так, он там что-то делает с коляской. Так, он, короче, разрезал провода, я понял. Так, давай, сейчас мы его ждем здесь. Вылавливаем. Потом тыщ. Хорошо, пока идем. Так, давай, следим за ним, идем за ним. Так, он бежит. Очень быстро бежит. Слушайте, но у Грыни игрока свои преимущества. Игрок может, блин, прятаться так хорошо. И еще вот тут, в этих коморках сраных. Так, на! Так, он сейчас же... Что он там делает? Он машину делает! Крыса! Не надо, я не просил ремонт делать. Я не просил ремонт моей машины делать, мразь.
Все. Потом еще скажет, плати мне. Не, до свидания. Я вас не заказывал. Так. Сейчас он выходит со спальни. Тыщ. Хорошо. Блин, вот у него так чуть-чуть хп отнимается. Чуть-чуть. Да блин, да ёшкин кот. Что ж ты будешь делать? Тыщ. Так, да он сейчас может уехать, в принципе. Понимаете? Тут что ты делаешь? Он уже ключи от машины взял. Так, открывает. И он берет бензин. Хрена себе умный игрок, конечно. А нет, он не взял бензин. Он поленился взять бензин. Стой! Блин. Показалось, как будто я его ударил. Так, холл. Так, а я сейчас сюда зайду. Так, давай. А, пока он там крутит, я могу его ударить. Так, он взял книгу. Книгу. Он сейчас Анжелу призовет. Это, типа по сюжету сестру. Гренни. Кол. Так, я понял, куда он идет, поэтому нужно особо так не заморачиваться и идти на то место, куда он пошел, как бы. А нет, он здесь книгу оставил. А чё так? Ладно. Еще был раньше такой миф, когда обновление с Анжелой вышло, то что можно типа, да блин, напшикать ее перцовым баллончиком и типа она живет, но это опровергло все. Так. Так он получается сейчас в подвале, из подвала выйдет. Так, ну у нас в этом доме какой-то бардак творится. Он тут насрал своими предметами. Что у него за тактика в одно место все класть? Не знаю. То он ложит предметы для двери, то он ложит предметы для машины. Так на чем он сбежит-то? Так, стой. Стой, гаденыш. Стой. Тыщ. Да, я его ударяю, потому что за ним иду. Реклама каждую секунду. Твою мать. Все, погнали. Что? Блин. Так он через дверь, через машину. Так, смотри, что он делает. Лёнь, смотрите, он сейчас пройдет. Не, мы ему это не дадим, все. Подождите, так он и так сейчас... А, он же сейчас вернется. Так он же сейчас пройдет игру. Я не хочу этого. Так, тогда надо просто бить. Бить его без конца. Теперь надо пожестче намного с ним. Потому что смотрите, что он делает. Он уже все открывает. Так, подожди. Подожди, я еще ничего не понял. Подожди. 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 Ну какой промах? Ты что? Подожди. Так, он книгу берет. Так, ну хотя бы он от двери отвлекся. Надеюсь, я успею его удалить, пока он там... Что делает? Так, он сейчас призовет типа сестру Гренни. Что это? Что это за звук был? Вы видели, меня куда-то переместило? Так, подожди. Что он делает? Так, я не... Что? Что? Я такого не помню, что было варить. Что? Подожди. Я такого вообще не помню. Что это за... Что, я проиграл, типа? Меня превратили в Анжелу? Что это за хрень? Я не... Всё. Игра закончилась, видимо. Или меня... Я не знаю, что происходит. Чего игра затормозила? Так. Так. Все потемнело. Гейм овер, что ли? Блин. Так, подожди. Проигрыш? Что за хрень? Я такого не помню, что было в Гренни. Ладно, давайте тогда другую игру посмотрим. Подождите, мне надо сначала обновления посмотреть, какие есть. Но перепроходить это я, конечно, не буду, потому что, сами понимаете, это столько, 19 минут аж потребовалось, чтобы хоть что-то до пятой ночи дойти. Не-не-не, я это не буду проходить, знаете ли.
Так, что там нового? Ошибка с тайским языком. Так, короче, Flat Zombies обновился. Так, Грэнни я не обновляю давно уже. Так, вот это вот Play. Так, Simple Funbox 2, что там добавили? Добавлена новая машина, магазин, добавлен скоростной дрон и дрон-бомбардировщики, добавлены два военных пака Германия, Казахстан. Чего? Добавлен пак Tracker, это я видел. Добавлена новая карта Big Mountains. Обновлен античит, убрана реклама в режиме мультиплеера, которая 10 минут. С вами некоторые. Так, давайте обновим и посмотрим, что там добавили. Я хочу это вживую видеть. Какая там машина новая? Какой? Германия, Казахстан, блин. Ну, сейчас посмотрим. А у меня Nissan. А какая у тебя машина? У меня. Я вообще ничего не имею против Казахстана, ну просто неожиданно как-то. Не знаю, кто меня смотрит из Казахстана. Тому, конечно, привет. Я не люблю шутить про штрафостан, почему-то так говорят в ТикТоке. Не знаю, в Ютубе как будто люди подобрее. Так. Да я знаю, что это типа вредоносное, но это не вредоносное. Сейчас посмотрим, что там. Так, я еще скачал, знаете что? Я скачал Windows 7 симулятор. Это такая имба, короче, я уже играл. Потом, наверное, запишу про нее отдельный видос. Не буду сейчас сидеть смотреть. Так. Loading resources. Ой-ой. Как же я давно туда не заходил. Я только пока вот играл в SSB 3, я вообще в SSB 2 не заходил. Это вообще жесть. Я только не понимаю, как в SSB 3 разблокировать тачки. Потому что вроде игроки говорили, что там ежедневки, разные тачки появляются каждый день. Но у меня ничего не появляется. Так, подождите. Тогда давайте вот это. Давайте. Давайте вот это ежедневно. Три кристалла. Так, что это? Трак пак. Стартер пак. Где этот Казахстан, блин? Так, ну тракер про... Так, а какая машина новая в магазин добавлена? Вот это что ли? А, нет, такая была уже, я помню. Так, давайте что-нибудь нормальное добавьте, а. О, ни хрена себе! Вот это четко, я буду на нее копить. Да, теперь я вернусь в СБ2. Ни хрена себе тачка, конечно. Так, а вот появились мулитеры какие-то новые. Так. Вот Казахстан. О, Казахстан. Так, Казахстан. Тут больше это, ну, так, два скина на Казахстан, два скина на Германию. Так, короче, давайте так посмотрим, где вот этот казах армии, армия Казахстана. Так, пушка такая, вот такая пушка. О, ни хрена себе, сколько для казахцев сделали. Так, выкатили, блин, вот это прикольно. А германская где? Где Германия? Так, Мрия, я знаю такое. Я его, правда, не покупал. Давайте я почище сделаю. Так. Герман армии. Давайте, что тут? По что тут вообще? Так, вот тут какая-то две оружки. Я не знаю, такие, конечно. Так, скинчики. И вот такой, блин, прикольный. Забыл уже, как его называется. Так, давайте сейчас в онлайн зайдем. Может, что-то. Так. Я давно просто сюда. Что это, Биг? А, это новая карта. Я вообще про нее забыл. Так, давайте тогда в одиночку и посмотрим новую карту в ССБ-2. Посмотрим. Кстати, вот это прошлая карта, которая была. Вау! Так, подожди. Тут можно, получается, выполнять миссии, да? Так, ну моя любимая... Где у меня тачки были? Дофига у меня тачек. Я реально куда? А, тут они по-разному. Я понял. Я подумал, где у меня тачки? Я столько их покупал. И Тесла. Тесла. Я еще покупал эту, как его? Сейчас покажу вам. Я покупал вот этот Монстр Трак, блин, прикольный тоже. Я покупал. Ну, короче, я много смотрел реклам для того, чтобы эту хрень все разблокировать.
Хотя я уже не езжу на них. Даже Запорожец я разблокировал. Я обожаю эту машину. Моя любимая машина. Я еще разблокировал эту Ланос. Но он и так за монеты. В принципе, ничего удивительного. Так, да, вот это. Я еще разблокировал вот эту фигню. А еще я разблокировал тачку из Охота за привидением. Вот это, вот эту я еще. Гробовозку разблокировал. Имба, конечно, гробовозка. Вот эта машина я разблокировал. Это отсылка к фильму «Охотники за привидениями». Имба, короче, тачка. Так, еще вот такую фигню новогоднюю разблокировал. Но это, если что, это ржачная хрень, конечно. Так, давай сюда. Ну, то есть прикольная штука. Так, вот так можно кататься на ней. И еще Санта будет ржать. Так, ладно, ну, в принципе, мы уже все посмотрели. Подожди, давай карту теперь посмотрим, а то я не знаю, что тут надо делать. Так, давайте сейчас, наверное, возьмем какой-нибудь вертолет и пролетимся по этой карте. Чисто посмотреть, как она, что в ней есть особого такого, что нет в других картах. Так, давай, погнали. Так. Ну, я уже вижу какие-то дома, которые, наверное, 100% нельзя заходить. Ну что еще? Вот гору огромную вижу. Вот это все не очень-то и проработано. Это можно сделать и в этом какого конструкторе. А это сейчас повернись. А это уже вот эта гора, вот это уже прикольно, честно говоря. Так, поворачиваем. Надо, наверное, было самолет взять. Ну ладно. Так, ну тут можно грузчиком работать, но я не знаю, где мне этот трак взять. Так, ну давай быстрее, чего так медленно разворачивается? Давайте сейчас на горы прилетим. Погнали на горы. Так, непривычно играть в ССБ 2 после ССБ 3. Ну просто жесть какая-то. Я, правда, не записывал обзор на ССБ 2, ой, на ССБ 3, но все равно... Я уже в нее умудрился поиграть. Так, выпрыгиваем с вертолета. Давайте посмотрим, что у нас вообще за карта. Давайте пробежимся. В принципе, тут стамина бесконечная. Ой, я помню эту утку. Она еще у меня давно здесь валяется. Она ходящая. Ну, короче, прикольно, знаете. Вот, кидаешь сюда утку, она идет к машине. А если я сюда кину, то она подожди, куда она исчезла, эта утка? Стой, это... Вот, видите, если она ко мне идет, то от нее просто не отстать. Она такая... Так, давайте вот аптечку. Прикольно, что тут аптечка появилась. Я этого раньше, конечно, не очень-то и замечал. Но все равно это прикольно. Давайте полностью КП восстановим. Ну, короче, как-то вот так вот. Как-то вот такая версия ССБ-2. Но она меня не очень удивила. Вот было бы круто, если бы, знаете, это, как его. Я бы хотел бы это. Чё я забыл? Чё я хотел? Забыл. Я бы хотел, чтобы добавили огнемет. Вот. И огнетушитель. Это было бы имба. А так, обновление такое. Ну, такое, на любителя. Основное только донатное и все. И одна машина без... Ну, машина за монетки, которая... Надо копить 3 года. Ну, как-то вот такое обновление. Мне нормально, мне, в принципе, без разницы уже, потому что я почти не играю в эту игру. Она для меня уже все устарела. Теперь новая пришла и все. Но это все равно легенда. Легенды не надо забывать. Вот так вот на закате. Вот так вот на закате мы смотрим на город. Да, вот такие вертелки есть, конечно, но ничего больше особенного нет. И дома какие-то. Ну, напоминает мне дома из этой, как карты Чернобыля. А так и все. Так, что тут еще появилось? Может, это все-таки есть какой-то трак? Ну, тут написано машина новая. Так, милитари. Ничего нового нет в милитари. Так, может, тут какая-то новая тачка появилась? Я просто так смотрю. Но моя любимая тачка в этой игре это Ланос все-таки. Ланос ничем не заменить. Ланос это имба. Вот да, сейчас прокатимся.
Так, давайте на Лансе прокатаемся. Так. Ага. Так, кстати, моя любимая карта в ССБ 2 это Big City. Потому что, я не знаю, она какая-то прикольная. Но в Big City в ССБ 3 еще лучше. Поверьте мне. Так, давайте как-нибудь попробуем сюда забраться. Как, где вообще вход? Так, я понял, как-то надо вот здесь. Давайте вот сейчас прокатаемся, короче, здесь. Сейчас я проеду туда. Сейчас заедем на шоссе и проедемся по горам. Ну что? Что нам еще делать-то? У меня уже больше просто идей записывать видосы нету. Вот можете накидать идеи, про что мне записать видос из того, что я записывал. Может, чего-то хотите, продолжение какого-то. Не знаю. Чего вы хотите, напишите. Я скажу, да или нет, да или нет. Так, давайте, погнали. Разгоняемся, значит. Мы прям уже под 204 километра в час на Ланосе. Это довольно неплохо. Особенно, когда мы еще и в гору поднимаемся. Это очень хорошо. Так. Эц. Блин, вот, реклама сраная. Вот нахрена в онлайн-игре реклама? Ну, не понимаю. Вот почти ни в одной онлайн-игре нет рекламы. А вот в ССБ 2, конечно же, есть. И в ССБ 3 тоже. Странная, конечно, хренотень. Ну да ладно, давайте покатаемся. А, я же еще забыл вам сказать. Тут же еще вышла обнова в Горибоксе. Давайте я сейчас покажу вам ее. Наверное, если кто-то не видел, сейчас я вам покажу обнову в Горибоксе. Давай. Быстрее грузись. Да, прикольно вот эти вот белая хрень. Прикольная штучка. Я, наверное, из-за этого здесь и записываю. Из-за этой белой фигни. Вот это прикольно, ну реально. Оно как-то атмосферу придает, не знаю, какой-то. Так, вот мой скинчик. Я уже давно играю в Горибокс. Так, давайте Легаси, наверное, выберем. Да, Легаси, потому что это самая новая карта. Самая, точнее, ну, заремастерная. Она прикольная. Так, давай. Господи. Так, давайте поиграем. Сейчас я вам покажу, что добавилось нового. Так, давайте. Сначала я вам покажу, какие появились оружки. Сейчас прилетим в Гурдол. Сейчас я вам покажу, какие появились оружки. Так, давай. Сейчас мне надо перенести вот сюда. Нормально. Так, вот в первую очередь добавили этих девушек. Девушек теперь... Тут девушки тоже есть. Но они, кстати, спам... И у них не отдельный спам, она не спамится на рандом с мужиками. Поэтому будьте аккуратны. Если вы хотите девку заспамить, просто ставьте мужиков, пока девка не появится. А потом вы удалите мужиков. Так, давайте, короче, я вам сейчас покажу, какие оружки добавились. Так, в первую очередь добавился бизон. РПП-бизон. Я, конечно, не знаю, что это за пушка. Я в них не разбираюсь, если что. Но 7-Off это двухстволка, да? Двухстволка. Сейчас будем тестировать на девке. Так, давайте, вот, добавили миниган. Тоже прикольный миниган. Так, добавили скар. Вот такой вот. Добавили арагунов. Добавили винчестер, а у меня уже не хватает места. Короче, добавили винчестер, сейчас его попозже протестируем. Давайте, наверное, протестируем сначала двухстволку. Так, тысяч. У нее, кстати, еще голос просто чуть-чуть ускоренный, чем у мужиков. Так, давай, ну... Давай, девка, ровно стань, ну блин. Также кровь изменилась, она более какая-то реалистичная. Мне она как-то больше нравится чем-то. Что-то как-то больше пожесточе стало аж. И кровь какая-то стала светлее. Раньше она была какая-то темнее. Так, давайте попробуем протестировать вот эту фигню. Давайте сюда стрелим. Ха-ха! Не, для девушки это больно, наверное. Ну да, это больно. Тыщ. Ой, что-то прям не пожалел. Так, давайте теперь попробуем... Давайте эту попробуем.
Мне что-то на снайперку напоминает. Давай. Сюда. Все. Так, давайте теперь попробуем. Миниганчик, конечно же. Знаете, чего мы сюда и пришли? Давайте эту бумен расстреляем. Расстреляем ее полностью. О, здесь меня YouTube не забанили за такое. Капец, что происходит? Да. Тихо, сейчас все патроны скачу. 200 патронов аж на минигане. Так. Давайте посмотрим, что там за мясо получилось. Ой-ой, сколько крови. Так, давайте вытащим тело. Ну, естественно, ничего же, ничегошеньки нет. Поэтому выкидываем нафиг. Ура! Ты Так, вот тут крови прям много. И она какая-то черная теперь. Как раз, ну, короче, реалистичная, я бы так сказала. Так, давайте, конечно же, горидольчиков поставим сюда. Сюда, 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 сюда. И попробуем их сбить на машине. Я, конечно, не все оружки протестировал. Сейчас потом протестируем. Короче, так, сейчас давайте. Еще Ламборгини, кстати, добавили. Но я вам потом сейчас покажу. Я сейчас вам покажу. Так, давайте собьем этих чуваков. Во, вумен сейчас, вумен еще сбил. Давай. Прям проехался по ним. Так, давайте вылазить. Так, что ж чуваками случилось-то? Так, так, ну, что чувакам? Так, чувак. Так, ну, с ним вроде ничего не случилось. Так, давай, что с собой? Вумен! А у вумена просто глаз подбили чуть-чуть. Ну, ничего страшного, жить будет. На! Тише. Так, давайте... А вот эту мы штуку не попробовали. Давайте скар попробуем. Давайте на негря этого. Он как раз уцелел. Тыщ. Если что, я не осуждаю. Я не расист, поэтому не судите меня строго. Я просто так сказал. Афроамериканец. Давайте на афроамериканца. Ну и чтобы не это... Ну, чтобы афроамериканцы не обижались, давайте я и белого убью. Тыщ. Чтоб просто была равность. Так, давайте... Так, этого мужичка здесь оставим, наверное. Вот здесь будет мужичок. Так, у него мозг проломило, бошечка разбита. Ну, его все, он уже мертв. Ну, конечно, с двухстволки. Конечно, сдохнет с двухстволки. Логично. Так, также в описании обновления было написано, что добавили огнемет. Сейчас мы посмотрим, что это... Ну, не огнемет, я имею в виду, добавилось... Что, типа, когда персонаж горит, он становится каким-то красным. Давайте сейчас это проверим. Выкинем вот эту штуку. Но она мне не очень нравится. Вот этот, типа, калаш. Похоже реально на калаш сильно. Но что-то как-то не очень. Давайте. Так, да блин, да стой ты. Так, давайте. Пусть чувак сейчас сгорит. Он, короче, типа, становится красным, когда он горит. Ну, типа, это какой-то процесс. Ладно. Давай, гори. Так, главное, чтобы я не загорелся, я не стал таким, как он будет. Так, все, он горит, пацаны, девчонки, он горит. Сейчас мы посмотрим, что с его телом будет происходить. Чего мне так игра лагает? Так, давай, что у тебя с телом будет происходить, чувак? Давай быстрее реакцию. Так, ну чувак просто танцует брейк-данс, ничего необычного, все как... в обычные времена иногда такой баг случается, что они брейндаст танцуют. А, да, реально почернел. Ну, покраснел. Все, ну, типа, уже сгорел, да. Да. А чё, а это что загорелся? Я ж на него, я ж не... Так, давайте его потушу. О, он, блин, разгорается сильно. Он же сейчас негром станет. Красным станет. Так, давайте. Антитез. Антитез. Так, блин. Нет, ну не надо. Не надо. Ну не надо. Item special. Это как его? Там где это? Вот оно. Стой, чувак, не черней. Только не ты. Да, блин, тыщ. Фу. Фу,
знаете, аж как-то полегчало. Так, давайте теперь протестируем Бугатти. Давайте это, не Бугатти, а Ламборгини протестируем. Давайте вот сейчас просто, как Райан Гослинг, сейчас собьем этих чуваков. Так, давайте. Виниклес. И берем спорткар. Вот такой спорткар. Так, давайте спорткар. Так. О, Ламборгини желтая. Ну, мне желтая больше всех нравится. Так, давайте ее повернем. Что-то лагает, когда я переворачиваю. Так, давайте я сейчас направлю его сюда. Стой. Так, подожди. Так, все, садимся. И теперь мы гоним, гоним! Тыщ, тыщ! Да я сейчас сам разобьюсь! Оу, оу! Тыщ, 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 тыщ! Бимминджи драйв на минималках! Тыщ! Так, а давайте... Оо, смотрите, что с Ламборгини-то случилось. Тачка, ну, быстрая. Быстрая. Ее кто-то тестировал, но тут негде особо-то покататься. Тут только можно это, как его, хордолов поубивать. Ну и все. Ну, я не думаю, что тут тачки такие полезные. Но можно их позбивать, как Райан Гослинг или, или чувак как из Road of the Dead. Ну, правда, если бы был черный мустанг, это была бы жесткая отсылка. Прям жесткая. Так, давайте. Так, давайте посмотрим, что с людишками-то случилось. Так, этот, Скала Джонсон течет кровью. Ну, нормально, короче, сейчас с ним. Так, может тут... Я вот видел, что еще чувака какого-то. Я там, он прям летал. Так, так он и так уже простреленный. Или кто это? Я не помню такого. Я вообще первый раз вижу. Кстати, еще добавили... Ой, блин, не то. Еще добавили... Когда ты вот стреляешь в горы Дэла, например... Так, давай, ну давай на бабе попробуем. Когда мы стреляем в горы Дэла из каких-то оружек... Вот смотрите, например, вот сюда в спину стреляем. Так, подожди. Так, это что-то не работает, подожди. Типа должно... У меня ружка дофига. Короче, когда ты стреляешь с какого-то оружия, то должны насквозь оно пробивать. Насквозь. Насквозь. Вот это, например, штука. По-моему, насквозь пробивает. Но тут что-то у меня выстрелов не видно. Это какой-то баг, наверное, случился. Поэтому мы сегодня, наверное, это не протестируем, да? Так, ну что она тут стоит? Давайте ее грохнем, что она тут стоит. Так, давайте. Еще раз попробуем на Ламборгини сбить кого-то. Так, а что с чуваком, который этого я тестировал? Огнемет. Огнетушитель. Так. Ну, он очень сильно изменился. Ладно, пусть догорает уже. Мне, в принципе, на него как-то посрать. Так, давайте. Ой-ой, тачка горит. Ой-ой. Так, ладно. Давайте я сейчас... Сейчас я попробую их всех расстрелять. Да подожди. Так, падаем. Давай сейчас миниганчик беру, перезаряжаюсь. И сейчас будем просто пау-пау-пау по всем. Да, как же это приятно. Так, ладно. Я думаю, уже хватит с них. Они уже там натерпелись. Так, что с этим афроамериканцем стало? С афроамериканцем все нормально, кстати. Ой-ой. Так он сейчас упадет. Так, ну этому плохо. Прям очень плохо, я так вижу. Так. О, они падают. Стоять. Я же еще даже на вас не посмотрел, что с вами стало. Куда он катится? Короче, еще вроде добавили у мутантов, вот этих шедоу-мутантов, что они могут... Сейчас я вам покажу.
Они могут вот они делают все черным. Они могут чувака сделать еще чернее, чем он есть. Я, короче, не знаю, как это объяснить. Давайте сейчас посмотрим, как он его убьет. Так. Ой-ой. Что-то с мутантом реально проблемы какие-то. Да, это реально жизнь какая-то. Да, вот это он тупой, конечно. Так, ну где же он? А что с девкой той стало, которую я пристрелил прям в бошку? Так. Так, давайте посмотрим. А, давайте посмотрим, вообще можно разрезать голову мачетой? Так, это кто у нас? Мальчик, понятно. Берем мачете. Так, берем мачете. И попробуем его разрезать. А-а-а! Вот ты ж мразь такая. Да я хочу на чуваке протестировать, ты мразь. Надо его удалить, понятно? Надо удалить его. Этого. Он что, реально черным делает? Я так понял. Так. Давайте. Давайте. Нам, короче, надо его. Этого чувака нам надо сделать так. Ну, то, короче, по горлу надо его бить вот так. Так, подождите. Вроде. Так. Ой, убери свои руки. Убери руки, а еще больнее будет. Так, давай. Вот так. Так, так вот я чисто по шее бью. По шее. Шею резу. Да, тут можно прямо оторвать бошку. С мачетой. Ну хорошо. Было бы как-то прикольно, чтобы оно как-то было, не знаю, но уже реально как будто игра с одного обновления стала как-то, не знаю, более реалистичной, что ли, не знаю. А, кстати, забыл еще упомянуть, когда вот ты становишься на лужу крови, которую образовал город Доу, или кто-то еще, вот смотрите. Так. Вот видите, начинаются следы от крови, вот видите, я хожу и следы от крови. То есть можно играть детектива в этой игре. Но я не думаю, что кто-то будет детектива играть, как ну, не думаю, что тут роль Шерлока Холмса будет играть. Тиш. Вау. Так. Так, давайте посмотрим, что с остальными стало, что чем мне там... Ну, помните, когда я стрелял? Сменила она. Так. Так, ну этот сдох уже, видите, он уже как-то неестественного цвета. Уже, видите, такой серый какой-то цвет. Остается этого трупа только выбросить в мусорку или на органы сдать. Не, ну лучше такое не делать. Так. Я помню, как первый раз играл в эту игру, я вообще удивлялся, что она такая жестокая. Сейчас для меня это уже как-то привычно все, что ли, я не знаю. Так, куда я? Куда? Быстрее возвращайся. Сейчас для меня это уже как-то привычно, что ли. Ну, просто еще изменение версии игры. Она у меня, кстати, вот эта ремастер, это еще до сих пор сохранилась. Если хотите, я могу поиграть в нее. Только напишите мне в комментариях. Так, ну, мусорки тут закрыты. Я думала мусорку выбросить. Это когда я не знаю, куда его девать. Ну, можно его, конечно, выбросить на переработку. Давайте его на кран выбросим, не знаю. Зачем на кран? Ему я вот тоже не знаю, но давайте. Качели, качеля, качеля, качеля. Хорошо, конечно, заходит ему качеля, я как вижу этому пацану. Так. Здорово, чувак, ты до сих пор дрыхнешь. А если голову тебе прострелю, а? А ему похрен. Вот, набухался. Вот, видите, коньячок, водка. Все, он набухался. Короче, мужичка... Убить невозможно. Он когда бухой, его невозможно убить. Странно очень. Так. Так, колесо оторванное. Так, машина взорванная. Ага. Слушайте, как будто машина... Да, а если вот, смотрите, если вот не только Голлардола поджечь, а если машину поджечь? Давайте Сусуан. Так, давайте мачете выкинем. Давайте попробуем. Так. Сожечь эту машину. Ой-ой. Уже звуки какие-то неприятные. Не, ну она не загорается.
Не так сильно она загорается, она потом потухает очень быстро. Так, но машина горит. Да, машина горит. А, не, я ошибся. Она горит. Чувак, ты видишь, машина горит. Чё ты здесь стоишь? Она ещё тупой какой-то. Так, подожди, она же может почернеть, получается, да, машина? Так, давайте я чувака сохраню. Давай его куда-то в другую сторону отведём. Может, сейчас машина взорвётся. Мне-то ничего не будет. Я же ведь инвитибилити сделала. Чувак может сдохнуть прямо здесь. А он мне ещё для опытов нужен. Так, давайте. Давай! Да, реально машина почернела! То есть это не только на гордолах работает. Я, наверное, первый ютубер, который открыл это, потому что еще никто так не делал. Да! Глянь, смотрите! Да! Так, вот тут какие-то появились штуки. Все, уже машина непригодная. Видите, она вот так потрескалась. Так, ну вот это... Че, она сохранилась? Странно. Короче, вот она... Чувак, ты видишь? Ты видишь это? Машина полностью почернела. Ну, это даже как-то реалистично. Наконец-то. Хоть что-то реалистично. А если я коробку возьму? То есть она... Не, давайте диванчик попробуем. Так, да берись ты. Бери. Все, а, все. Давай, диванчик, гори. Не, диванчик горит. Да, горит. Сейчас посмотрим на диван. Ну, а пока мы смотрим, уже 3 года пройдет, знаете. Так. Да, почернел диван. Да, я могу на этом горящем диване сидеть. Капец. Получается, все предметы горят. Даже, не знаю. Блин. Ёшкин кот. Да, блин. Ой-ой, зачем я подожжу? Я сейчас здесь сгорю. А, у меня же есть... Подожди, у меня даже... Чего? Стой. Стой. Как мне отсюда выйти? Я застрял. Придется ресетаться. Давайте ресетаемся. Так, ресетаемся. А где тут респаун? Я понял, давайте я отключу инвицибилити и возьму это, как у РПГ из Арбусина. Правда, чел тоже достанется, ну, хрен с ним. Давай, да, другого на опыта возьму, у меня же еще бесконечно. Ладно, давайте его отодвинем. Где нахрен? Так, да я вообще ходить не могу, я застрял. Так, давайте, левел сеттинг, инвицибилити, давайте возьмем РПГ. Где оно было? Вот, РПГ. Ага, мне не хватает, надо убрать огнетушитель. Давайте убираем огнетушитель и взрываем себя нахрен. Куда? Получается, мне даже не сдохнуть здесь. Интересно получается. А, да, я потихоньку умираю, но я чела застрелил. Чё? Так, одышка у меня получается. Где? А я себе руку оторвал. Ладно, давайте выйдем в меню. Какую-то на другую карту возьмем. Сойдем. Вот буквально еще пару минут поиграем, честно. Потому что уже 53 минуты ролик идет. Я не думал, что я его так растяну. Наверное, надо по части Горюбок снимать. А я вообще его не снимаю. Я только ремастерную версию снял и все. На этом все. Но я еще играл в нее. Я за игрой слежу, так что я уже играл, и для меня это не спойлер, все эта игра. Так, Sanctuary. Ну, скучная какая-то карта. Вот это моя любимая, Desert Bridge, потому что тут город какой-то заброшенный. Я люблю заброшенный город. Прикольно. Так. Так. Так, давайте я возьму... Горидола. Давайте я возьму... А давайте, знаете что, я придумал? Давайте я сейчас полечу туда. И мы сделаем битву! Копы против зомби! Давайте это сейчас сделаем. Вы же, надеюсь, не против? Давайте это сделаем. Давай! Давай! Так, давайте сейчас агрессивных поставим. Отлично.
Много, потому что у них пушки есть. Так, давайте нейтрал. Офисер. Так, давай, офисер. Ну, три, думаю, достаточно будет. Ну или нет. Давайте я еще четвертого на всякий случай поставлю. Или четвертая. А, это тут девка даже у нас есть. Ну, понятно. А, там чувака жрут, вы куда смотрите, олени сраные. Вы что, своего предаете? А сейчас девку сожрут, видимо. Зомби-девка будет. Я тут не видел зомби-девку. Ну там зомби. Зомби. Зомби-апокалипсис. Так, у кого? У зомби уже руку оторвало, хорошо. Это хороший знак. А-а-а, нет, офицер сейчас сдохнет. А, ну сейчас этот, зараженный уже будет. Глянь, смотри, что он делает. О, он зомби превратился. Быстрее, девка, давай, делай что-нибудь. Так, давайте еще раз поставим, еще одного. Так, теперь у нас... Да помогите вы своей же, блин! Ее сейчас зомби сожрут. Ой. Ой, как ты сдох? Вы видели это? Он дотронулся до двери, у него башка-то... Башка... Что-то с башкой стало. Так, ладно, быстро тут валяется. Так, иди. Подожди, а девка живая? Девка зомби или не зомби? Ой-ой. Ой-ой, чувака жрут. Чувака жрут! Чувак! А, все, он зомби! Он зомби стал! Вирус распространяется очень быстро. Очень быстро вирус распространяется. Так и появилась игра Road of the Dead. Ля, что он делает? Вы видели, как он ходил? Он вот так летал, левитировал. Охренеть. Подождите. Так я сейчас сделаю видос на 1 час. Ого. Вот что не ожидал, то не ожидал. Так, давай. Живи. Чё ты, чувак, плаки-плаки? Или пистолет в плаки-плаки? А? Ой-ой, чувака. Чувака жрут. Так, тут зомби сдохший валяется. Кто и где? Так, девка уже зомбицирована. Девка зомбицирована. Давайте ее грохнем. Давайте, туда эту бобень. Так, давай. Так, мужик против зомби-женщины, давай. Руку оторвали, руку оторвали. Да нет, он победит 100%. У нее уже руку оторвали. Так, от нее клещет кровь. Клещет кровь, просто клещет. Клещет кровь просто. Блядь, видите, что с ней происходит? Тыч, и просто в спину стреляет. Так, давайте ей. Вау. Вау. Так она сейчас сдохнет. Опа, пришел ее мужлан. Так, вот ее муж пришел. Сейчас он будет типа разбираться. А, и у него ничего не получится, он лошара какой-то. Ты здесь и я здесь? Что он сказал? У них еще как будто новые фразы появились, но я не видел такого описания. Куда ты идешь? Ты что, олень совсем? Ты сейчас упадешь в воду, ты гениус. Тебя же потом надо будет вытаскивать. Он дурак совсем, что ли? Ну нахрена? Он что, топиться решил, блин? Муму, блин, какая-то. Ну что ты, блин? На, живи, чувак. Я тебе не дам сдохнуть. Ты еще должен жить. Так, девка, кстати, еще жива, кстати. Прошу заметить. Она еще что-то пытается сказать, что я... Я не зомби! Я не зомби! Я не зомби! И все, она уже зомбицирована. Наверное, так. Так, что с пацаном? Так, он сейчас ее, наверное, добьет. У него пистолета уже больше нет. Так, где еще зомби? Я вообще не вижу зомби теперь. Куда зомби подевались? Все сдохли, что ли? Ну, я вообще не понял, как этот чувак сдох. Он просто головой дотронулся до двери и сдох. Вот даже отпечатки крови есть. Ой, не то, не то. Так, давайте. Вот что с этой рукой делать? Куда ее сдать?
Что это за звуки? Это он издает или она? Да она уже сдохла давно, наверное. А нет, он живой. Так, давайте его, наверное, кровь. Медкит надо, наверное, ему дать. Сейчас, подождите. Decoration, no, 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 no. Props, props. Надо этот антитез. Антитез. Давай, держи medical box. Живи, братан! Нет, я не хочу тебя терять. Держи, держи. Живи, братан, на, кровь, 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 кровь. На, кровь. Или что это? Я не адреналин сначала, случайно его не калю. Так, давай, все. Адреналин. Наверное, я сейчас все ему. Антидот. Блуд. Так, давайте морфин ему вколем. Гордому Фримену вообще помогал морфин. Давай, давай. Если Гордону Фримену помогал, то тебе тем более должно. Так, давай это... Получается, подожди, если есть антидот, получается, можно зомби сделать человеком? Да не, не верю. Подожди, а если вот, смотрите, вот эту девку, делаем антидот. Сейчас я дофига уколов колю, посмотрим, она что, человеком станет? Подождите. Подождите, он же ж... Вот что, коньки откинул? Нет! Нет! Опа! Стоять! Ах ты ж мразь такая, а! Тыщ! Давайте, сейчас посмотрим, что с ним. О! Че, он живой? Он живой! Да, у него глаза. Вот видите, у него глаза двигаются. Да. А если... Лёня, я ему бошку искривил. Что-то... Это от него звуки? Где эти звуки были? Звук где этот был? Подожди, город захватили зомби, да, получается? Так, давайте я этого такого поставлю офицера. Давайте, приступайте. Вашего сотрудника, блин! Вот, смотрите, трупы валяются, давайте! Быстрее, смотрите, сколько человек сдохло! И они зомби стали, их пришлось убить. Кошмар. Давайте, чё вы стоите, ищите зомби. Это вам, блин, не выходной, блин. Этот вирус может распространиться по всему миру. Блин, чё происходит? А, я на Z нажал случайно. Давайте, чё ты стоишь, блин? Идиот копанный, давай! Жестоко, жестоко, реально жестоко. Ладно, я думаю, что на этом уже пора видос заканчивать, а то мы уже слишком долго записываем видос. Целый час, это самый рекордный рекорд на моем канале. Я не знаю, я еще никогда так столько не записывал. Вот афроамериканец, ты вообще видел такую цифру? А, ему похрен. А он все равно не разговаривает. Он, наверное, никогда не в своей жизни не видел эту цифру. Эти два человека... Вот, они даже упали вдвоем на одной мусорке. Гениально. Поэтому это самое рекордное видео пока что на моем канале. Я не знаю, может, я и длиннее буду записывать видео. Но час, целый час. Это жесть какая-то. Но вот этого я не ожидал. Никак. Так, давай. Добивай его. Сейчас зомби добьют, и мы заканчиваем. Ай, ладно, чё его добивать? Можно его сразу. Чё так? Чё стыдиться? Всё, сдох он. Да опять он на мусорке подскользнулся. Так, у него... Лянь, какая жестокая картина. Чё у него там внутри? Ёлага-палага.
Давайте вот сюда поставим. Так вот. Да, у него пол башки оторвало. Но вот только челюсть у него оторвало, да, у него челюсть оторвало. Давайте его бошку до конца добьем, чтобы эта нечисть никогда не просыпалась. Так, давайте теперь встанем и пойдем, не знаю куда. Да, наверное, реально на. О, смотри, что-то происходит. Битва копа против зомби. Только коп без оружки. Не знаю, что. Где он потерял свой пистолет? Где этот юноша потерял свой пистолет? Ха-ха-ха! Вообще лошара. Ну ты что, коп? Ну что ты как дебил этот, как зомби? У тебя что, вообще мозгов нет? Ну что, так трудно лавочку обойти? Что это происходит? Господи, глянь, смотрите, смотрите, что происходит. Какой зомби дурак, я не знаю, его сейчас грохнут. Потому что он, блин, в скамейке, блин, сострял, в скамейке. Да. Самые умные пользователи скамейки. Просто перевернул. Его просто, знаете, скамейка в нокаут кинула. Я вообще такой первый раз в жизни. Скамейка в нокаут. Я видел, как подсолнух в нокаут кидал, но... Чтоб до такого, что я не знаю. Давайте его замочим, чтобы это нечисть не просыпалась больше никогда. Вау. Вау. Давайте топорик возьмем. Чё, такой жестокий. Вау! Я ему подождите. Так. Так. Смотри, что с этим стало. Охренеть. Да, конечно. Так, смотрите, сейчас еще раз. Слышите звук? Даже звук отдельный, когда ты топчешься по крови. Вот, смотрите. Блин, а где? Так. Так, так. Нету следа. Ну ладно, похрен с ним, как бы. Так. Чё с чуваком? Чувак? О, я ему проколол. О, как это очень ужасно выглядит, но так красиво кровь фонтанчиком льется. Я никогда не думал, что я такое могу вообще сказать. Кровь фонтанчиком льется. Господи. Я, конечно, это все не одобряю, но это так красиво выглядит. Я это все не одобряю. Никогда так не делайте. А то будут плохие последствия. Я вообще нельзя людей и убивать, и есть. Лянь, смотрите, он лайк поставил. Ну просто, как камерамен какой-то, блин, сраный. Ой-ой, ну ладно. Лайк поставил, вот так, палец вверх. Ну это значит, что надо там поставить... Это значит, что надо поставить лайк под этим видео, потому что, видите, даже рука говорит, что надо лайк ставить. Я вообще такого не ожидал. Ну, как бы можно уже, наверное, на этом закончить. Мы сегодня, в принципе, уже много посмотрели. Начиная с игры с ну, как мы играем за бабку Гренни, заканчивая, ну, с... А середина у нас была, это про Simple Sandbox. Чуть-чуть сняли про Simple Sandbox и хватит. А потом мы начали что-то в Glory Box играть. Я, наверное, как-то назову видео, знаете как? Я его назову... Играя за бабку Гренни. Плюс обзор обновы Simple Sandbox 2. И плюс обзор обновы Glory Box. Вот так как-то. Ну, это очень звучит интересно, поэтому вы, наверное, посмотрели этот ролик. Если кто-то вот сейчас до конца вот это посмотрел, то вы, конечно, молодцы. Я вас обожаю, короче. Так, ну ладно, давайте заканчивать. С вами был Ваня Плей. Наверное, завтра ждите продолжение Road of the Dead. Я не знаю. Ну, и потом, наверное, мы уже будем проходить Madness Project Nexus, потому что я нашел эту игру. Ну, не знаю, это вы как хотите. Ну.
Если вы хотите такое, ну, я могу записать Madness Project Nexus, где мы будем проходить эту игру. Там просто кровавая мочилова, как говорится. Я уже чуть-чуть смотрел обзор этой игры и поиграл, чуть протренировался. Там реально кровавая мочилова. Ладно, с вами был Ваня Плей. Не забывайте, конечно же, подписываться на канал, жмякать колокольчик и все такое. Поделиться с друзьями, с друзьями. Ну, потому что мои ролики очень смешные и интересные. Иногда бывают. Ну, каждый по-разному смотрит мои ролики, поэтому как-то так. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я тоже сказал второй раз. Ну, а с вами был я, Ваня Плей. Всем... Ой. Ну, то он сказал, ой, на прощание. Всем пока-пока. Да что там происходит? Подождите, я не могу говорить пока-пока. Что-то там что-то происходит. Что? Вроде тихо. Теперь я могу прощаться? Нет, не, наверное, нет. Давайте, короче, все. С вами был Ваня Плей. Всем пока-пока.